Всем привет! Добро пожаловать на наш канал. И сегодня мы решили поужинать бюджетно в Будве. Наш ужин будет составлять 7 евро на двоих. Пошли мы в бюджетную кафешку под названием Кафана Стелла. Ну, как-то так. Мы уже тут ужинали тоже на 7 евро, но не снимали его, хотели просто отдохнуть. Было вкусно и съедобно. Сегодня пришли повторно сделать проверку, чуть взяли немножко другие блюда. Взяли два супа, второе, гарниры с фасоли и рыбу на двоих, мерлан. Это морская рыба. Когда принесут, все попробуем и покажем вам. Ну что, привезли нам первое блюдо. Это супчик. У меня куриный, у мужа говяжий. Будем пробовать. Ну, такой на вид жирноватый. Сейчас. Салфеток лишних не дают. Вы сами понимаете. Бюджет. Бюджет. Будем пробовать. Такой бульон мутноватый. Вкусно. Такой наваристый. Чем-то отдает таким магия. Бульон. Но накидали мяска. Немножко филей. Филейки есть. Похоже, что из крылышка, или из ножки. Но мясо есть. Его добавили отдельно уже потом, когда разогрели бульон. Потому что принесли суп, кстати, очень быстро, за 5 минут, можно сказать. Ну, съедобно. И не могу не показать, из десертов сладкие блины, здесь нутелла, плазма и орехи. Что такое плазма? На второе нам принесли вот такую красоту. У меня здесь две рыбки, так как они небольшого размера, картошка с небольшим количеством чеснока и зеленью, лимончик обязательно, и рис, что-то вроде ризотто, хорошо сваренный. Я уже пробовала, это рыба мерлан, морская рыба. Рыба нейтральная, похожа на хека, но с лимончиком и специями очень даже ничего. И такое блюдо у нас заказывали. В качестве гарнира фасоль, а принесли вот такой вот фасоль в подливе и еще две как охотничьи колбаски. Такое блюдо еще не пробовали. Сейчас отведаем. Мне принесли какой, говяжий бульон, получается. Будем пробовать. Жиденький, картошки нет. Просто как бульончик и кусочки мяса. Бульон 80 центов евро. В гривнах это 25 гривен, в рублях это где-то 80 рублей, где-то так. Будем пробовать. Здесь зелень присутствует, кусочки мяса. Как бульон. Не соленый, не жирный. В принципе, нормальный бульон, как для жидкого. Бон аппетит. Вкусно? Да. Самое главное. Всем приятного аппетита. Сейчас покажу вам счет. Нам уже принесли счет. Мы дозаказали еще хлеба. И счет вышел. Можете остановить, кому интересно. Здесь, конечно, на черногорском, но, в общем-то, понятно. Счет вышел ровно на 8 евро. По 4 евро на человека. Кафешка называется вот так вот, я уже показывала. Всем, кому интересно было, кто хочет сэкономить, бюджетно поужинать или пообедать в Будве. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока. Только вышли с апартаментов. Вот первый же ресторан за углом оказался рыбным. 6,90 рыбное меню, куда входит морской лещ, морской окунь, плюс приложение. Приложение это салат, может быть, суп или мясное меню. 5,90. Дешевле на евро. На сентябрь 2021 года. Такое колоритное заведение. О,
вот такое вот на его название. Симпатично выглядит, возможно, вечером зайдем. И меню. Посмотрим меню. Карта пицца. Кому интересны цены в Черногории 2021 года, можете нажать на стоп и проверить цены. Конкретно этот ресторанчик находится в центре, 5 минут от пляжа. Есть национальные блюда, напитки, а также традиционные пицца. В таком случае рыба, мясо точно есть. Всем привет! Сегодня мы в рыбном ресторане. Это можно понять по лобстерам, которые у нее сзади. Просто огромные. Понимаю, здесь им хорошо. Мы взяли, вместо того, чтобы заказывать отдельные блюда, взяли комплексные, купились на рекламу, так сказать, на улице. Я уже вам показывала. Там комплексный обед. Комплексный вид блюд. Рыбная стоит 6,90 евро, а мясная 5,90. Мы спросили официанта, он сказал, да, это очень, да, будет выгоднее и больше блюд и вкуснее. Поэтому нам принесли супчик, уха с рыбкой было, немножко был островат, но есть можно. Ну, в смысле, островат тем, кто не любит острое. Такой средней остроты мы съели, было очень вкусно. Ждем продолжения банкета. А, еще нам принесли салатики. Каждому по салату. Посмотрим. Дальше должна быть еще рыбка филе и что-то, гарнир к ней. Нам принесли второе блюдо. Это леврек. Средиземноморская рыбка. Под вид сибаса. Или сибаса. Как правильно, напишите. Еще принесли картошки, так немало. И какой-то салатик средиземноморский. Из баклажан, помидоров, громче. Еще зелени здесь. И добавили чесночка. Я вам сейчас рассказываю, у меня просто слюнки текут. Мы пришли в такое удобное время. Уже все 6-7 часов туристы покушали, поужинали, когда мы проходили с пляжа. Ресторан был полный. Сейчас практически никого нет. Обслуживают только нас, поэтому вдвойне приятнее здесь сидеть. Сейчас отведаем этого шикарного леврека. Бон аппетит! Бон аппетит! Все, кто кушает или нет, присоединяйтесь. Ужин выдался шикарный, белиссимо, перфекто, как говорится. Здесь играет итальянская музыка. Да, тому свидетельство мои косточки в тарелке. Играет итальянская легкая музыка. Как приятно сидеть, наслаждаться шикарнейшим средиземноморским ужином. Вот, что сказать. Такая простой ресторан, даже ближе столовой, так как он работает на ужинах, так он работает до 9 вечера, всех накормим ужином и закрывается. Ну, я думаю, он работает с утра. По крайней мере, после обеда точно. Набрели мы на это место случайно. Он находится в переулке, недалеко от основного пляжа, в 5 минутах. Положа руку на сердце, можем его рекомендовать. Вот, зайти вкусно поужинать за небольшую плату, 7 евро, всегда можно. Поэтому мы, честно, рекомендуем. Всем пока-пока. Атмосфера прикольная.